А участники другого молодежного проекта урбанистического хакатона внесли яркие краски в унылый городской пейзаж на Псковской. И это достаточно редкий случай, когда граффити – это настоящее произведение искусства, а не вандализм. Полотном для полета художественной мысли стала стена ДКМ «Город». Самое сложное отрисовали. Начали с самого сложного, пока погода хорошая. Даже на треть готовый проект поражает размахом и яркостью красок. Масштабная роспись по штукатурке на стене молодежного дворца культуры видна издалека. Танцующие дети и взрослые мастера своего дела – гончар и художница. А над ними летящая жар-птица как символ творческого вдохновения. Стараемся насытить этот рисунок какими-то контрастными яркими цветами, чтобы все-таки глазу в непогоду, осенью и зимой было за что зацепиться как-то. Настроиться на позитивный лад. Для этой настенной живописи заготовлено около 200 баллончиков краски. Она особенная, повышенной стойкости. Скорее штукатурка отвалится, чем краска слезет, гарантируют художники. Работать в полном смысле слова на высоте молодым ребятам из Подмосковья не привыкать. В столице и других городах запросы на аналогичные проекты очень популярны. Я постоянно занимаюсь росписью стен, то есть это мое и хобби, и работа. Этим зарабатываю на жизнь. Свою картину художники планируют завершить к концу недели, если погода не подкачает.